еще работы тогда постоянной не было. Я ходил, фотографировал на мыльнице машины по заказу. Вот. Ну и ребята, у которых работал, ну давай мы тебе нормальную камеру купим. Все. Таким образом и началось. Потом Sun Vibes, первые клиенты, работа по клубам. И все, оно как-то затянуло так. Народ постоянно меня куда-то звал. Они сами тусовались, меня звали, камера все время с собой. Ну а потом свадьбы, фотосессии. Ну, рано или поздно все к этому приходят, они определяются, куда идут, потому что в клубе всю жизнь ты не проснимаешь. Выбирая между студийной работой и уличной, я выбрал возможность снимать на улице. Получается, я второй раз уже сюда приезжаю на зимовку. Зимой просто работы у фотографов в Новосибирске не очень много. Сперва приехали на месяц, это было 2 года назад, кстати. Покатались везде, посмотрели на Бангкок, на Паттайю, на Пхукет. До Самуи тогда не добрались, денег не хватило. Дорогое удовольствие. А потом на следующий год решили уже по-серьезному, сразу на полгода. Ну и как-то прижилось. Мы сразу на Пхукет ехали. Сразу знали, что не хотим вечных тусовок. Хочется более или менее спокойной жизни. Хочется, чтобы вода была чистая, чтобы пляжи были побольше, чтобы народу было на них поменьше. Ну и оно там все и закрутилось. На самом деле страна предоставляет достаточно большие возможности. Если заниматься правильно раскруткой, если правильно заниматься маркетингом, если следить за своим внешним видом, если правильно говорить, если располагать к себе людей, то зарплата будет на очень достойном уровне, даже по российским меркам. Когда я ехал в Таиланд, у меня особо работы не было на самом деле. У меня было только там, по-моему, пару человек, которые хотели посниматься, и то это были мои друзья. А со временем уже работа начала сама меня искать. Создал я свой паблик, пригласил туда друзей всех своих, заполнил его фотографиями, уже местными, тайскими, и люди сами начали меня искать. У каждого фотографа свое направление. Кто-то, например, фэшн любит, кто-то там по клубам снимает, кто-то на пляже, кто-то любит свадьбы, кто-то их наоборот не любит. Вот. Я как-то особо не специализировался ни на чем. Просто сказал, что фотографирую. Ну и ко мне начали идти люди, которым интересны именно фотографии мои. То, как я снимаю, то, как я вижу. Сейчас основные услуги, которые пользуются спросом, это небольшие фотосессии достаточно быстрого характера, порядка 2 часов съемки, где-то 2-3 съемочные точки, ну там пляж, смотровая точка и, например, парк или храм какой-то. Ну там на выбор, у каждого человека уже свои представления о том, чего он хочет. Вот. Есть большие фотосессии, я их фотоэкскурсиями называю. Это когда на весь день мы уезжаем куда-то. В основном я работаю на Пхукете, но в принципе там бывает возможность выехать и в другие точки. Вот. Ну, сейчас вот расскажу на примере Пхукета. Это мы часиков в 11 выезжаем из отеля, едем на смотровую точку. Я вам просто рассказываю, что там находится, как там, что оттуда видно, что туда туристов периодически возят. Вот. То есть, по сути, они видят часть обзорной экскурсии, которую устраивает туроператор. После мы едем на смотровую точку, на вторую, где мы уже фотографируемся. Дальше у нас пляжик, дальше у нас несколько переездов, минут по 40, чтобы люди успевали отдыхать. Еще несколько фотосессий на пляжах и в таких интересных парковых зонах. По сути, у нас получается достаточно широкое представление об острове и, наверное, даже о Таиланде в целом. Есть третий еще вид съемки, когда мы на острова едем на несколько дней. Это
достаточно обширная экскурсия, к ней готовиться стоит хорошо, потому что в течение, там, например, 2 дней мы будем полностью отрезаны от возможности пополнить наши силы, гардероб, сделать макияж, прическу. Вот. И получается на выходе нечто такое, с одной стороны красивое, а с другой стороны отшельническое. Там, ну, например, вот в Таиланде, на Пхукете, есть Сейланские острова, такое знаковое место, туда возят туристов, туда они сами едут, потому что это одни из самых красивых островов, я думаю, что и во всем Таиланде в целом. Вот. И в течение первого дня мы делаем такие туристические снимки, там, мы там на смотровой точке, мы на таком-то пляже. А на второй день, когда всех туристов возят, вот до момента, пока не привезут следующую группу туристов, у нас весь остров, он в нашем распоряжении, практически пустой. И вот тогда настает самый такой звездный час, когда мы можем пользоваться всеми благами этого острова, но без больших толп туристов, снующих повсюду, в каждом уголке и постоянно мешающихся съемки. Есть еще такая отдельная услуга, это свадьба под ключ. Периодически сюда приезжают молодые пары, которые только-только поженились в России и хотят себе сделать красивую свадебную фотосессию в Таиланде. Для них есть отдельное предложение, уже сразу собранная пакетная свадьба. В нее сразу включены все услуги всех необходимых специалистов, начиная от водителя, заканчивая фотографом. Соответственно, у них есть прическа, макияж. Единственное, что они не получают в рамках этой услуги, это отель. Отель они выбирают сами, в котором они хотели бы остановиться. Получается, что они платят определенную сумму денег и вообще не заморачиваются. Им нужно только приехать до этого отеля. Первое, что стоит учесть, это то, что здесь очень жарко. А второе, это разрешение на работу. Это, пожалуй, первый вопрос, которым задаются все абсолютно фотографы, вот кто приезжает сюда работать. Этот вопрос нужно решать уже каждому самостоятельно. Есть конторы, которые работают на официальном уровне, у которых есть учредители тайские, у которых есть, собственно, русский управляющий, с которым можно будет общаться. И за определенную сумму денег можно с ними работать. Ну, соответственно, получается так, что ты становишься их исполнителем, они становятся твоим каким-то агентом-посредником. То есть какую-то сумму от какой-то процент от твоей работы они будут забирать себе от стоимости. Но из плюсов работы с ними это то, что ты, ну, конечно же, защищен. Вот. И второй вопрос, то, что они могут тебе сами искать работу, если ты им периодически подкидываешь своих клиентов. Вот. Я думаю, это будет самым таким хорошим решением для фотографов, которые приезжают сюда работать. Этот вопрос на самом деле до сих пор я для себя не закончил, не закрыл, не завершил, потому что мест очень много, Таиланд он весь красивый, нельзя сказать, что определенно такое-то место лучше, чем такое-то, там, я не могу сказать, что Самуи это лучше, чем Паттайя, потому что у каждого человека, приезжающего в Таиланд, свои какие-то мерки, по которым он оценивает это место. Я для себя Пхукет выбрал, потому что он большой. Потому что там очень много туристов, которые говорят по-английски. Мне очень интересно по-английски с ними говорить. И скажу сразу, приезжая в эту страну, стоит начать с того, чтобы открыть для себя этот язык. Он дает очень большие возможности. Там есть возможность путешествовать. Без байка, честно, я не представляю себя на Пхукете. Там очень большие расстояния. И постоянно пользоваться услугами такси или общественного транспорта, который, к слову, ходит очень редко и медленно, ну, это нереально. Месячный бюджет на двоих получался в районе где-то 40 тысяч. В эту стоимость у нас входила стоимость аренды дома, байка,
интернет, еда. Периодически мы ходили на какие-то массажи. Не очень часто, я просто не люблю эти вещи. Вот. То есть, в принципе, в эту сумму мы достаточно свободно себя чувствовали. Притом, кстати, что все говорят, что Пхукет – это дорогой остров. Если знать как и где, то жить на нем можно и достаточно недорого. В принципе, тех денег, которые я зарабатывал в прошлом году и, надеюсь, в этом году, хватало на то, чтобы не только покрыть бюджет, но еще и заработать себе спокойно на домашний билет и на возможность привезти себе домой что-нибудь. Тем же, чем все остальные. Ничем. Нет, честно, я очень люблю путешествовать. Но я для себя открыл такую тему, что не обязательно путешествовать туроператором. Здесь очень сильно развита автобусная сеть. Здесь хорошо, достаточно хорошо развита дорожная сеть. И дороги, я бы сказал, в очень хорошем состоянии. Поэтому очень часто мы просто садились на мотоциклы, у нас скутеры, и на них путешествовали. Если у тебя есть мысль поехать отдыхать куда-то, если у тебя есть возможность поехать отдыхать куда-то на такой длительный срок, и если у тебя, в принципе, есть возможность работать в этом месте, то почему бы и нет? Если тебя ничего не держит, собирай чемоданы. Очень много кто делает такие вещи даже спонтанно. И только в процессе того, как они уже здесь отдыхают, они понимают, ну, чего им этого стоило или чего бы им стоила нерешительность. Думаю, что самым главным советом будет для тех, кто едет сюда, это жить по-тайски. Санук, Сабай и что-то там у них еще третье есть, чего они добавляют. В общем, по-русски, все, что ты делаешь, должно быть красивым, содержать красоту в себе и сделано ради красоты. Оно должно быть сделано с удовольствием, ради удовольствия. И последний из принципов дословно переводится как «живи и не парься».